Вчера в морозный вечер, когда легли мы спать, замерзший человечек пришел в окно стучать. Впустите, дайте валенки, стучал, 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 но слишком маленький, никто не отвечал. Тогда он догадался, как много сил в тепле, и прыгал, и катался, и плакал на стекле. Он слезы здесь оставил, рисованные в лед. А сам совсем растаял и больше не придет. Сидел на скамеечке в сквере и играл для себя на гитаре, вспоминал свои старые песни и тех, для кого их писал. Был прекрасный июньский вечер, солнце медленно шло на запад, и гитара звучало чисто, и тихонько дул ветерок. И должно было что-то случиться, какое-то доброе чудо. И тогда появилась фея и присела рядом со мной в легком платьице и сандалках, с лепестками цветка в ладошке. Лет шести, насколько мой опыт позволяет о феях судить, я решил, что, наверное, феям в этом возрасте интересней слушать детские песни или что-нибудь про волшебство. Спел ей про короля и принцессу, спел ей песню про Оле Лукое. Фея слушала благосклонно, иногда улыбаясь слегка. А потом мы разговорились, и поскольку любим животных, фея мне рассказала про кошку, а я рассказал про свою. Говорили о том, что феям тоже надо учиться плавать, и о том, что осенью в школу, в нулевой или в первый класс. Время шло, становилось прохладней, появилась феина мама, улыбнулась губами, глазами глядя куда-то в себя, и настала пора прощаться, и
тогда, чтоб не слышала мама, фея тихо сказала: дядя, мы с мамой живем одни. Смысл моих знаний, я не поверю своим же следам, то ли ведущим из воспоминаний, то ли бегущим навстречу мечтам. Осыплет прохожего раннего, снег в волосах — это все, что останется от перекрестка с названием странным. Угол мечты и воспоминаний.